Здравствуйте. Я магистрант, только что выпустилась на кафедре ЮНЕСКО «Культурно-историческая психология детства» Константинова Ольга Борисовна. Очень интересно, как я выбрала эту кафедру. Можно сказать, наоборот, не я ее выбрала, а она меня выбрала. Я даже не думала учиться. Я просто целый год ходила на онлайн открытые заседания кафедры ЮНЕСКО. Они в общем доступе для всех. И мне было просто интересно. И в конце года начали рассказывать о том, что на этой кафедре происходит набор магистрантов. И оказалось, что на кафедре ЮНЕСКО нет ограничений по возрасту. Более того, им интересно то, с чем мы приходим. Это та кафедра, где я услышала вопрос к себе, серьезный вопрос, который заставил меня долго думать. А зачем идти учиться? На какой внутренний вопрос я хочу ответить? И вот это поле притяжения мысли и готовность услышать чужие идеи и готовность их развить настолько меня покорили, что я просто, можно сказать, в 3 дня изменила судьбу и подумала, а почему бы нет? Надо пробовать. В процессе обучения мне особенно запомнилось захватывающее дух напряжение мысли, потому что когда ты читаешь отдельные книги или слушаешь отдельных лекторов, попадая в их поле притяжения, ты соглашаешься, не соглашаешься, и тут вдруг кафедра единым фронтом, казалось бы, должна выступать, а при этом каждый видит по-своему и каждый мыслит по-своему. И на каждой лекции ты открываешь новую грань того предмета, который пытаешься постичь. И ты становишься соучастником этого процесса. Ты можешь это охватить, только встав на определенную точку зрения, которая может синтезировать все их вместе. И вот эта вовлеченность, внутренняя вовлеченность в процесс этого образования, когда ты не чувствуешь себя объектом, который наполняют знаниями. Больше того, ты чувствуешь все время какую-то нехватку, тебе чего-то не хватает, но ты понимаешь, что тебе дали какие-то инструменты, ты уже знаешь, где искать, что искать, какой вопрос поставить следующий, чтобы профессор на нее ответил. Во время обучения были очень интересные моменты. Особенно запоминались те, которые были связаны с прямым погружением в практику. Когда ты сам становишься свидетелем мастер-класса или сам становишься участником события. Мне, например, очень запомнились те эксперименты, которые показывал Андрей Владимирович Конокотин, и можно было вживую соприкоснуться с психологической практикой эксперимента и увидеть, как работает то, что очень интересно, методика весы Виталия Владимировича Рубцова и Лоры Мартин. И это потрясающее ощущение соприкосновения с реальной наукой. Каждый педагог настолько интересно рассказывал и настолько интересно общался с нами, как со студентами, создавал такое пространство диалога и взаимодействия, что не хочется выделять кого-то отдельно. Но я бы все-таки особую благодарность хотела высказать своему научному руководителю Виталию Владимировичу Рубцову. Он же глава кафедры ЮНЕСКО «Культурно-историческая психология детства», потому что я почувствовала невероятную силу человека, который видит на несколько шагов вперед. Именно навстречу такому притяжению открываются свои какие-то маленькие открытия и инсайты. И это самое ценное. Я бы хотела сказать всем, кто сейчас даже не думает никуда поступать, а просто случайно смотрит ролик, что в вашей жизни каждую минуту могут произойти невероятные изменения, если вы доверитесь ощущению того, что что-то вас глубоко тронуло и заинтересовало. Если вы сделаете шаг навстречу этому пока неведомому, и каждый следующий шаг будет новым открытием себя, своих возможностей, и проникнут
на моем опыте великой радостью новой среды взаимодействия, общения и знакомства с невероятными людьми, которые просто ведут за собой своим примером. Приходите учиться на кафедру ЮНЕСКО.